Да, но это не мешает вам быть человеком. Верно? Виноват. Я не понимаю вопроса. Как? Да, я не совсем ясно выразилась. Это не мешает вам быть человеком-тружеником, хочу сказать. На поприще, ну, скажем, эмансипации женщин, всеобщего обучения, прогресса, наконец. Понимаете, это не мешает вам быть служителем идей. О, нет, Сульгар, напротив. Напротив, вы, наверное, решили, что мы здесь опустили. Что вы, Сульгар, мы трудимся. Мы, например, с Иваном Ивановичем сейчас трудимся на поприще эмансипации и идей. И, надо сказать, успешно. А вот господин Трелецкий, врач, дарвинист, Пирогов или Порфирий Семенович, он скосить умеет. Гигиенист, мужикам бороды бреет. Вы знаете, как бреет бороды мужикам? Вы знаете, у него вся деревня сейчас, как Мариинский театр. Все почему-то с босыми лицами ходят. Газеты из столицы выписываем, Софья Егоровна. Да, вот. А господин Петрин нам их читает. Так что мы на поприщах трудимся. И очень даже. Пап, и очень пап, даже. Пап, не спи, пожалуйста. А это жена моя, Саша, совсем забыл. Александра. Сашенька. Сашенька, брат, сиди на месте. Вот. Познакомься, Сашенька. Да, жена моя, Софья Егоровна, гражданский долг, продолжение рода, размножаемся, размножаемся. Имею сына, наследника идей. Средств нету, господа, так что идеи наследуем. Ой.